Всем привет, с вами Inform TV. Актеры юмористической программы «Однажды в России» – безусловные звезды современного медиапространства. Скетч-шоу пользуется оглушительным успехом. Мало кто может сравниться с командой бывших КВНщиков по артистизму, харизме и обаянию. Заручившись любовью широких масс, артисты колесят по стране с гастролями, пока их дома ждут преданные супруги. А вот кто они? Мы расскажем в этом видео. Азамат и Виктория Мусагалиевы. Вот уже более 10 лет капитан команды КВН сборная Камызякского края женат на красавице по имени Виктория. Со своей избранницей артист повстречался в стенах родного университета в Астрахани. Сегодня супруги воспитывают двух дочерей и мечтают о сыне. Ольга и Виталий Картунковы. Бессменная звезда шоу почти четверть века замужем за Виталием Картунковым. Чтобы Ольга могла спокойно строить карьеру, Виталий в свое время отказался от работы в МВД и взял на себя полную опеку над сыном и дочерью. Когда детки подросли, мужчина устроился в МЧС, но и сейчас он старается не пропускать ни одного выступления любимой супруги. Давид Цалаев и Мадина Геоева. Уроженец Владикавказа не только актер, но и креативный продюсер «Однажды в России». Его любимая жена Мадина – дочь известного в Северной Осетии предпринимателя, который помогал восстанавливать школу в Беслане после захвата детей. Свадьбу влюбленные сыграли в 2012 году на родине, а вскоре у супругов родилась дочь. Цитата: «Две цыпочки украли мое сердце по частям». Именно так в шутку говорит о своей семье Давид. Заурбек и Виктория Бойцаевы. Мужчина всю жизнь искал девушку, которая была бы с ним на одной волне, но при этом не являлась его поклонницей. Все его мечты воплотила Виктория, которую Заур взял в жены в 2013 году. Супруги воспитывают дочь Еву. Тимур и Диана Таня. Известный КВНщик Тимур – капитан команды «Нарты» из Абхазии, прекрасный семьянин. Вместе со своей женой Дианой он растит троих детей – двух сыновей и дочь. Таня души не чает в своих малышах и супруге, которая с каждым годом становится все краше. Александр Пташинчук и Наталья. В этом скетч-шоу Александру достаются самые разные роли – от неформала до стриптизера. И если своим талантом он готов делиться со всем миром, то подробности личной жизни артист предпочитает скрывать. У поклонников были самые разные предположения, пока в его соцсетях не появилась фотография с таинственной незнакомкой по имени Наталья. Максим Киселев и Мария Цыганкова. Избранница капитана команды КВН «Триот Идиот» Мария не связана с миром телевидения. Уроженка Смоленска занята в фэшн-индустрии. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, супруги на одной волне. Мария часто принимает участие в юмористических роликах Максима в Инстаграме, а тот, в свою очередь, не устает осыпать любимую комплиментами. Михаил и Оксана Стогниенко. Долгое время Михаил скрывал подробности своей личной жизни от общественности, но в 2017-м все вопросы отпали разом. Во время съемок нового сезона «Однажды в России» артист сделал предложение руки и сердца своей девушке Оксане Хриплевец, сотруднице Comedy Club Production. Карина Зверева и Рафаэль Хусяинов. Мало кто знает, что когда-то Карина была женой юмориста Геннадия Ветрова, а в 2011-м, после 14 лет брака, супруги расстались. Новым избранником стал фитнес-инструктор Рафаэль, от которого в 2017 году актриса родила сына. Юлия Топольницкая и Игорь Чехов. С 2016-го Юля счастлива замужем за артистом Comedy Club Игорем Чеховым. В общей сложности влюбленные вместе уже 10 лет. Валерий Равдин и Юлия Соколовская. Их свадьба состоялась в 2014-м. Девушка занята в ивент-индустрии. Она занимается оформлением и разработкой концепции мероприятий для различных организаций. Супруги воспитывают сына Марка. А вот Яна Кошкина и Тимур Бабьяк не рассказывают о своей личной жизни. Остается только догадываться, что там у них творится и кто их избранники. А кто из актеров вам нравится больше всего? Чья половинка вас удивила? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!